Та самая бутылка. Слав, а ты не думал, что Мирон лапал тебя на батле 58 раз только потому, что посчитал это целесообразным после того, как ты в одном из интервью коверов спел Оксимирошкин, мой милый зайчик, чертов провокатор. Посчитал это целесообразным. Бля, он тебя реально лапал, как бы. Да, было. Это, кстати, никто, мало кто осмысляет, на самом деле, но это очень странные моменты. На самом деле, да, это вот вообще крепота какая-то. Возможно, это самые странные моменты, как бы, по большому-то счету. Факт. Как бы я думаю, он как бы искренне, ты ему там не нравишься или не нравился, и все-таки там некий идеологический враг, и он все равно как бы тебя лапает, трогает. Такой. За голову хватал. За голову хватал, такой. Хватал за волос. Он хотел к твоей попке подобраться и так. Нет, просто. Да, видел, он еще меня обходил постоянно по кругу. Такое это как бы, знаешь, такое? Как будто в гей-баре он так ходит, да. Оценивает такое. Присматривался. А, кстати, вот у каких-то есть типы геев, у которых вот эта грубость распространена такая, знаешь, типа такая... Нахрапистость. Нахрапистость такая, такая, пренебрежительное такое поведение такое. Как бы. У них же, они же там... Ну, вот эти... У них же есть грубость, они же пидорасами ну, друг вот друга. Ну вот эти называют. Злобные геи, которые слали плюс в чат. Да, они же там друг друга пидорасами там называют, там, а там это пидораска. Ну, как бы, да. Такая игра, это типа ролевые игры.